И о происшествиях. В аварии на улице Октябрьской у дома 43 пострадал 82-летний мопедист. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево автомобиль столкнулся с мопедом, который двигался во встречном направлении. В результате пенсионер получил ушиб коленного сустава. Более серьезное ДТП произошло на 6-м километре автодороги Муром-М7 «Волга». Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, растяжение шейного отдела позвоночника диагностировано у 23-летнего водителя ВАЗа. На перекрестке он наехал на автомобиль ГАЗ, который остановился перед поворотом налево.